Булочки мы с вами не будем стряпать сегодня. А вот котлеты мы с вами сделаем сами сегодня. Шеф-повар Николай Цыбин озвучивает меню. В планах маэстро приготовить вкусный, сочный домашний бургер. А помогать ему будут юные кулинары, воспитанники Ханты-Мансийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Они очень были рады. И особенно, когда узнали, что это кулинарный мастер-класс, а потом еще будут угощать этим. У нас одно из направлений в воспитательной работе центра – это навыки самообслуживания, что очень важно для таких детей, которых не могут родители научить этому, что такая ситуация. Мы долго думали, что именно приготовить с детьми, чтобы они больше были заняты, а не просто сидели и смотрели, что я это делаю. Но мы решили сделать бургеры. Бургеры сейчас популярные блюда. Его все любят, и дети, и взрослые. Им будет это больше интересно, чем те же самые блины стряпать. Хлебные булки, мясной фарш, овощи и соус. Идеальный набор для идеального бургера. Под руководством шефа ребята подготовили фарш. За специи и пряный вкус отвечали девочки. Мальчикам досталось более брутальное задание – довести мясную смесь до нужной консистенции. Повар поделился с детьми самыми сокровенными кулинарными секретами. Ребята, в фарш никогда не добавляйте лук. Настоящий бургер делается без лука. Можно что-нибудь плохое вспомнить и ударить его, да? О, что-то вспомнила, видать, да? Кристина, какой сейчас этап приготовления? Сейчас мы делаем котлету. Мы приготовили фарш и размякиваем его в формочку. Ты сама вообще любишь бургеры? Да, я очень люблю бургеры и ем 3-4 раза в месяц. Пожалуй, никто из юных поваров от вкусного бургера не откажется. Главное – правильно его приготовить. Один из самых ответственных этапов – прожарка котлет. Самое сложное было приготовить котлеты, потому что когда их доставал, масло летело в меня. Последний этап – сборка бургера. Задание, безусловно, интересное, но требующее особой выдержки. Было непросто сохранить котлету в целости до подачи блюда. И с этим ребята справились на отлично. Ничего сложного не было. Все было быстро, все за 5 минут. А вот со стола бургеры улетели буквально за минуту. Дети не только сами попробовали приготовленный шедевр, но и угостили гостей фудпарка. Вкусно ли получилось? Ну да, вкусно. Когда готовишь сам, это вкуснее, чем в кафешке, ресторанах и магазине. У некоторых ребят появилась заветная мечта – стать поварами. А шеф Николай Цыбин уже присмотрел кое-кого в свою команду. После мастер-класса ребятам устроили настоящее шоу и наградили участников вкусными подарками.